Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с новой версией 3.0. И как, в принципе, в прошлом эпизоде мы словили Марипа, уже прокачали его Флаффи, уже даже немножко прокачали Флаффи, и нам осталось вроде 3 уровня, чтобы эволюционировать Флаффи в ее следующую эволюцию. Сейчас, мне так кажется, нужно идти... Лечить нашего покемона будет, да. Ух ты, я возле этого кручусь уже другую, не знаю сколько времени, и не видел вот это, капут. В принципе, офигенно, один Thunderstone. Это отлично. О, покемон босс, если сейчас мы его убьем, то сразу же прокачаем уже Флаффи. Ну давай. Да. А нет, он еще тут. Это вот тут летающая паскуда. Не паскуда, но их так сложно словить теперь стало. Они же летают туда-сюда, заразы. Хрен словишь. Вот ты. Да ты сам на меня напал, но... Ух, ни хрена себе. Да твою ж... Ух ты! Это что было? А, в принципе, Confuse Ray. Confuse, мне кажется, нам нужно будет. Так, если я не ошибаюсь, тогда еще один уровень остался нам. Так. Давайте вылечим покемона. И остался еще один уровень. Я так думаю. Давайте попытаемся убить вот этого. Если, конечно... Да ну нафиг, 40-й уровень. Конфьюз, хрен. Ну да, 40-й уровень, не... большая разница все-таки. Да, давайте все-таки пойдем быстренько вылечим нашего покемона. Покемонов уже двое. И попытаемся прокачать еще один уровень. И нашему Чермиллиону еще 3 уровня не хватает. И он уже тоже уже прокачается. Ща Чаризарда. Поэтому и его нужно прокачать. Так, куда бы нам сейчас пойти? Так. Более-менее такого покемона, который более-менее нормальный уровень. Убьем. 28 уровень. У него тоже есть уже вроде эволюция. И его последняя эволюция электробаза. И в принципе он тоже очень сильный электрический покемон. Наверное, самый сильный, хотя я не знаю. Ну, наверное. Точно не знаю. Но в принципе наша Флаффи уже эволюционирует. 30 уровень. Давай, давай, давай. Должно быть офигенная эволюция. Охренеть. Амфарус. Да ну, ребята, смотри, какой, какая красавица. Какой-то такой... Не знаю, ну, милый какой-то. Такой очень прикольный покемон. Мне действительно очень нравится. Сейчас мы его проверим в деле. 27 уровень. Итак, давайте, наверное, попробуем Confuse Ray. Чё это такое вообще? Это просто, наверное, Confuse, да? Так, Электробол, Тандершок. Ну да, в принципе, нормальная атака. Давайте Электробол. Электробол, самая сильная, как я понял. Да. Покемон босс, где он там был? Опять летающий или нет? Нет, это... Так, попытаемся убить. А, нужен Амфардоса, так как это водный покемон. В принципе, я думаю, мы его и Чермиллион. Ну да. Так, отлично.
Давайте пойдем вылечим. Так, амфорас у нас уже 31 уровень. Отлично. Мы его быстрее как-то даже качаем, чем Чермиллиона. Так, давайте сюда может заспавниться покемон-босс какой-то. Нет, только куча Пикачу. А все же лучше, наверное, типа спать. Я так думаю. Так. О! Там еще одна такая штука. Давай, давай быстренько. Так, где она? Вот она. Мы уже вроде тут лутали 100%, но оно может уже обновилось. Нет. Или ну фиг его знает. Так, давайте сюда. Может покемон босс заспавнится. Так, кто-то заспавнился, но покемона босса тут нету. Давайте сюда. В принципе, отличная какая-то такая тактика, да? Нет. А ну сюда. Тоже никого. Просто действительно сейчас нужно прокачаться более-менее быстро. Так, тут мы уже лутали вот это. Давайте пойдем, посмотрим. Да. Поэтому давайте пойдем куда-то вот сюда. Ну? Так. Угу, это у нас вот та штука, как я понял. Да. Так. Чё тут у нас? Так, какой-то диск, ну, в принципе, булкап. Балкап. Это у нас... Можно вроде... Fire Blast. Вот это нам, я думаю, нужно будет. 120. Да. Или... Пускай будет. А ну, и, может и вот это можно. Нет. Это вроде психический или какой-то. Или какой, не знаю. Так, пойдем мы. Поспим, может, все-таки. Или куда-то вот сюда. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я уже вот раз так ты пехнулся. И в стене задохнулся без съемки, и потом искал вещи свои, которые выпали поверх вот этого всего. Так, маткип. Маткипа тут нету случайно. Даже если будет, хрен мы его, наверное, словим с одним-то ультраболом. Поэтому... Поэтому давайте, наверное, все-таки пойдем выспимся, чтобы ночью не блудить. Так. Отлично. Так, и сейчас... И сейчас давайте пойдем куда-то приблизительно... Вот, давайте сюда. В горы. Главное, чтобы высота небольшая была. Ну? Отлично. Не убились. Так, это у нас кто вообще такой? Бегон или... Кого? Кто? Ну, в принципе, как-то вот так оно считается. Бегон, да, что-то такое. Так, ни хрена себе, сколько тут новых покемонов в горной биоме. Да, потом нужно сюда 100% на охоту пойти. Вот еще не прогрузилось, поэтому глючит как-то ужасно. Давай.
34 уровень сейчас у нас будет. А, не то я нажал, не то я нажал, не то я нажал. Отлично, 34 уровень. То, давай тут еще равнины, поэтому... Ну, о, там еще вот такое. Ну, в принципе, еще вот та фишка. Не, вот этих хрен словишь, они летают очень быстро. Так, сейчас, секундочку. Просто немножко глючен. Так, 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 так. Нет, здесь нет. Фиг его словить можно. В смысле, попасть в него. Кого? Милтан? Что-то замычал там. Ну, в принципе, логично. Так, вход, вот. В принципе, отлично, еще один лакейч. Потом, может, тоже на кого-то оденем. Так. Это для ультраболов у нас будет. Давайте сейчас побегаем. Вот так вот. Может, в принципе, кого-то и найдем. Хотя бы одного еще покемона босса, покебосса, чтобы прокачать уже нашего Чермиллиона через Арда. Так, ты какой уровень? 22-й. Там у нас Электробас, но я не знаю, какой уровень. Где он был? Вот он. Там у нас еще такая фишка с тем деревом, с которым можно что-то... Ну, в принципе, я и так бы на тебя напал, но... И... Отлично. Так, Чермиллион у нас уже 35 уровень. Да чё ты... Еще остался один уровень, и он у нас уже вроде превратится в Чаризарда. Отлично. Сейчас мы попытаемся его быстренько прокачать, если кого-то найдем. В принципе, нужно уже все-таки делать фосил машину. У нас же один фосил есть, да? Мы его нашли в первой же серии. Ну, в принципе, один фосил. Нет, тут у нас его нету. У нас в сундуке. Сразу мы его нашли в первой серии, в шахте. И поэтому... Ну, в принципе, для фосил там же нужен один обсидиан, да? Поэтому и так нужно сделать себе алмазную кирку и сбегать за обсидианом. В принципе, это мы уже выбивали, поэтому... Куда бы нам побежать? Давайте все-таки пойдем мы куда-то сюда. Так, ты какой? 16-й? Нет. Ты какой? 19-й. Нам нужно какой-то более-менее, чтобы прокачаться. Ну, 25-й, давай, иди сюда. Так, нормально. Тут еще, может, какие-нибудь покемоны в лесу будут, чтобы более-менее прокачаться. Так, ну, по идее, никого тут нету. 34-й. Не знаю, убью ли я его, да. Ни хрена себе. Ну, Эмпорас действительно очень сильный. Так, еще такая фигня, да? Откуда там звездочки идут? Вот, где-то вот тут. Ну, в принципе, отлично, еще один экспешер. Так, давайте еще раз запихнемся, идем вылечимся. Где у нас там... Ни хрена себе, мы уже забежали далеко. Так, сейчас мы вылечимся. Еще один уровень остался. Ну, давай, еще один уровень. Куда бы нам пойти, давайте вот... О, тут еще такие фишки, да? Мне кажется. Покемон босс. Так, где он? Да иди ты. Ты тоже же летающий. Фу.
Если бы мы, конечно, еще его убили. Ни хрена себе. Да чё это? Ну этот... Чем? Рок, не нужен нам рок. Протектор. Это для кого, чтобы эволюционировать? Не помню, честное слово, не помню. Да не знаю. Напишите, пожалуйста, для чего, вот как бы, кто эволюционирует с помощью вот этого протектора. Ну давай, 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 уже давайте лечиться, как это правильно сказать. Так, о, еще один покемон босс, еще один покемон босс, еще один покемон босс. Пиджи мы убьем, я так думаю. Так. Ну. Давай. Нет, ты что, издеваешься? Да ты что, издеваешься? Ну? Ну? Отлично. Да ну нафиг, чё, Чармиллион еще. Может, ты уже хочешь эволюционировать? Так, это тут у нас такого нету, да, дерева? Или мне просто показалось? Да, скорее всего. Ладно, давайте пойдем куда-то сюда. Все-таки нужно нам еще прокачать Чармиллиона. Ух, попал, нифига себе. Так, Чармиллион, ты какой там вообще? Сколько тебе еще не хватает-то? А, так. Вольторб. Ну, в принципе, давай, пофиг, всех сейчас перебьем. Еще чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Вот, отлично. Отлично, дорогие друзья, наш Чармиллион эволюционирует в Чаризарда. Ну? Отлично. Винг атак, пускай будет. Отлично, дорогие друзья, мы уже опять имеем Чаризарда, мы на нем можем летать, поэтому сейчас не так уж мы часто будем использовать телепорт, ну, в принципе, я думаю, часто, но у нас же есть летающий покемон, поэтому мы можем иногда и полетать на нем, да? Ну, в принципе, у нас Чармиллион был 32 уровень, и мы словили Марипа какого-то там 10 уровня. Пока мы прокачали Чармиллиона в Чаризарда до 36 уровня, то наш... Марип уже прокачал себе, ну как бы мы ему прокачали столько же уровней, и он сейчас тоже 36 уровень. Как-то я не знаю, как это вообще получается, если считать, у Чармиллиона даже был Lucky Edge, то бишь двойной опыт, а Флаффи был XP Share, ну как бы не двойной опыт, но тоже добавляет какой-то там опыт. И то есть, пока мы качали Чармиллиона, Чаризарда, да, то мы уже успели прокачать... мы успели уже себе прокачать Ампфароса, да? Ампфароса, или как он там правильно называется, Ампфарос, да? И, в принципе, это отлично, дорогие друзья, у нас уже есть один огненной покемон и сильный, да? Чармиллион. И один уже электрический покемон, Ампфарос, и он тоже действительно такие очень сильный. И сейчас давайте мы все-таки уже пойдем, наверное, домой, где он, вот тут где-то он у нас, да. И, в принципе, дорогие друзья, давайте все-таки на этом уже закончим. Сейчас тут еще один покемон-босс, если он, конечно, не в земле. Умерли? Нет? Или нет? Да, он в земле все-таки. Ну, в принципе, не буду я копаться под землю, я так думаю. Поэтому...
Так, секунду. Да. Поэтому, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.